Бердянская пленница. В Запорожской области полицейские освободили похищенную жену криминального авторитета. Спецоперация по освобождению заложницы проводилась под руководством Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины силами оперативных блоков трех областей. О похищении молодой женщины в Бердянске в полицию области сообщили из другого региона. Преступники неоднократно меняли места содержания потерпевшей. Пленницу перемещали по разным регионам страны. Похитители опасались как полицейских, так и соратников криминального авторитета, жену которого они похитили. Постоянно находясь под вооруженной охраной, она подвергалась пыткам и издевательствам. Девушка невольно стала инструментом в выяснении отношений двух криминальных группировок. Группа захвата управления криминальной полиции Запорожского областного главка освобождает пленницу. Полиция! Папа! Папа, полиция! Благодаря профессиональным действиям сотрудников полиции заложница была освобождена невредимой, а все виновные понесут заслуженное наказание. Расследование продолжается.